За организацией каждого творческого мероприятия, вечера, концерта кроется труд работников сферы культуры. Чаще всего мы видим только результат их труда, сами же герои остаются за кулисами. Но не сегодня. Работники культуры Солигорского района собрались в зале детской школы искусств на торжественном мероприятии, организованном в их честь. Уже на входе работников творческих профессий встречал оркестр, даря настроение и хорошую музыку. В сфере культуры плодотворно трудятся высокообразованные, талантливые, неравнодушные, увлеченные творческим поиском и преданные любимому делу специалисты. Благодаря им Солигорский край живет насыщенной культурной жизнью. Жители региона имеют возможность слушать хорошую музыку, восхищаться драматическим искусством, любоваться уникальными произведениями живописи и скульптуры. Именно через искусство человек познает себя и других, жизнь и окружающий мир. Если нет культуры, если нет вот той работы, которой вы занимаете, действительно тогда нет государства. Нет вот этого целостного ядра. Того, чем мы гордимся, что несем с собой. И именно вы представляете наш образ, нашу жизнь, нашу республику, нашу Солигорщину, наши родные места. За этот нелегкий, но благодарный, я уверен, труд для наших поколений. Огромное вам спасибо. С праздником вас. Культурное мероприятие посвящено исключительно профессионалам творческого дела. Работники библиотек, клубов, музеев, театров такие разные, но они похожи в одном – лучшие в Солигорском районе. Стоит отметить, что на торжественном мероприятии, посвященном профессиональному празднику, также трудятся работники культуры. Но в этот раз они сами поднялись на сцену и принимали награды, цветы, поздравления как дань уважения и признания их вклада в развитие культуры Солигорщины. Я желаю всем вам мощного здоровья, добробыту, добрыни. Про культуру сказать тут не треба. Вы самые культурные, вы самые своечасовые, вы самые обаяльные не только на территории Солигорской нашей земли, но и за ее межами. Церемония награждения – хорошая возможность, чтобы поблагодарить работников культуры за вклад в жизнь нашего Солигорского края. Много имен прозвучало в этот день. Не забыли и о молодых специалистах, которые уже смогли добиться успехов. Каждого вышедшего на сцену встречали бурными аплодисментами. Самую главную награду, отметили работники культуры, они получили в тот день, когда решили связать судьбу с творческой, интересной и такой нужной людям деятельностью. Очень хорошая профессия. Сама проработала уже вот определенное количество лет, 20 почти, где-то тяжелая, но в основном интересная, продуктивная. Я думаю, что очень полезная и нужная, потому что кто как не мы будем нести культуру и воспитывать наших детей. Где творчество, там всегда успех, там всегда превосходная степень. Мы дарим людям праздники, и это очень здорово, когда есть такая профессия. Работа исключительно творческая, интересная, и нашу работу нужно просто любить. Она не приносит большой доход, но приносит огромное душевное удовлетворение.